Приветствую тебя, викинг моей мечты. Сегодня мы построим дом Ярла. Поехали. Сперва нам нужно построить фундамент длиной 20 на 6. В середине конструкции, а именно на 10 и 11 кубике, располагаем наше будущее крыльцо и обрамляем полом из черного металла. Формируем основание крыльца. Далее отсчитываем 2 кубика с дальней стороны фундамента и выбираем 3 куба из черного металла. С помощью бревенчатых столбов выкладываем основание для нашего будущего причала и укладываем на него каменный пол. Выкладываем основание будущего фундамента. Здесь нам потребуется разместить одинарный блок в середине предыдущего. Для этого мы берем одинарный брусок и закладываем в центр поставленного блока, прижимая новый блок к краю бруска. Далее просто продолжаем фундамент.
Разграничиваем комнаты. От краев отсчитываем 5 блоков и на шестом кладем одинарные, создавая якобы дверной проход. На другой стороне повторяем то же самое. Ставим заготовки для наших будущих окон и дымоходов. Продолжаем формирование стен.
Хочу обратить твое внимание на интересное расположение камина. Он не будет занимать у тебя лишнего места, не требует дополнительного дымохода, дает дополнительный комфорт и, ко всему прочему, отлично выглядит. Ставим на камин дымоход. В другой части нашего дома повторяем то же самое. Прокладываем основание для нашей будущей крыши.
Берем крышу по 26 градусов и укладываем первый уровень. Отвлекаемся немного на крыльцо, чтобы в дальнейшем к ней не возвращаться. Начинаем укладывать второй уровень крыши.
Продолжаем все то же самое на другой стороне дома. Теперь нам необходимо обогнуть дымоходы от каминов. Берем уже крышу 45 градусов и продолжаем ее класть между каминами. Достраиваем дымоходы, используя деревянные стены 45 градусов и две внутренние крыши под тем же углом. На другой стороне производим те же операции. В середине крыши оставляем выемку и украшаем ее. Затем ставим два одинарных бруска и лепим туда три козырька. После чего на козырьки докидываем обычную крышу.
закрываем швы крыш простым одинарным бруском. На эти бруски также для красоты можно повесить решетчатые стены. Закрываем швы дымоходов брусами из темного дерева и украшаем решетчатыми одинарными стенками. Сейчас мы будем строить необычную крышу. Сперва мы удаляем 3 блока по горизонтали и 2 по вертикали. Далее по центру крепим козырек и по бокам ставим внутренний угол 26 градусов. Ставим опору для нашей крыши и покрываем ее, сверху накрыв еще одним козырьком. Закрываем швы, используя одинарные бруски и перегородки для красоты. Для того, чтобы сделать необычный козырек уже в зоне окна, нам необходимо взять горизонтальный одинарный брус и прикрепить его таким образом, чтобы он был перпендикулярен верхней перегородке. Далее крепим углы крыш к внутреннему углу бруска. Такое необычное окно получилось. Далее также продолжаем закрывать швы верхних участков крыши. Нам необходимо построить еще 3 таких выемки, поэтому приступим к этому.
Далее нам нужно перестроить место для котла и закончить для него дымоход. Придадим шарма углам нашего дома. Используем бруски из темного дерева и решетчатые одинарные стенки для разграничения нашего причала. Далее нам остается лишь украсить помещение, повесить свет, расставить сундуки, станки и поставить кровать.
Вот такой домик Ярл у нас получился. Жмите что-то, пишите что-то. До встречи в следующем видео.